Так, мы приехали на сельскохозяйственный рынок, на котором продают продукцию, выращенную у нас в Якутии. А приехали мы, чтобы купить арбузы для Владимира Вольфовича. Вот. Но мы для сначала их проверим, есть ли в них нитраты. Взяли специальный прибор, будем проверять. Вы смотрите, вчера еду спокойно домой. Звонок Владимир Вольфович, спрашиваю. Говорю, Павлович, я руковожу партией здесь по республике, являюсь депутатом Государственной Думы. Говорит, спрашиваю, я, говорит, уже третий год не ел арбуза. Значит, с одного, может быть, ваша земля якутская, отдаленная, потому что, говорит, земли уже нету, вся земля уже в нитратах у нас, в России. Может, говорит, если хорошие арбузы, то без нитратов, пожалуйста, купи мне 5 штук и отправь. Можно вот, мы специально заехали на рынок, взяли прибор. Да, мы, естественно, конечно. Да. Он говорит, разрежьте и сразу посмотрите, да, давайте вот так тогда, да, если возможно. Так, вот смотрите. И кукуруза тоже местная, да? Представляете, ребята, я сегодня буду есть кукурузу. Так. Зрители подходят. Да, как? Да. Ну, специально заехали, взяли прибор. Сейчас вот. Но я не думаю, что на крестьянском рынке не соответствует нормативам. Вы же прямо в лабораторию заходили, да? Да, да, да. Это вам вот якутские арбузы. Смотрите, как красиво. Так, ну, давайте. Держите. Давай, 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 давай. Владимир Вольфович, ну вот, приехали по вашему указанию на нашу ярмарку, которая находится в пригороде города Якутска. Вот, тут уважаемые наши фермеры уже последние 15, наверное, 20 лет занимаются сельским хозяйством. Ну как? И вот мы как бы с экспертом, даже эксперта взяли с крестьянского рынка, прибор взяли с крестьянского рынка. Спасибо. Так, так. Это измерение. О, ноль. Ноль. Ребята, да, я вчера звонил. Кабачки, шикарные. Это он мне вчера вечером позвонил по трем вопросам. Морковь. Просто я сейчас избираюсь на новый созыв по помидоры. Этим, по пяти округам. Камчатка, 180 Чукотка, рублей. Магадан. Капуста 250. Якутия. Помидоры 200. Смотрите, какая красивая свекла. Так, ценники есть, если что, там специально для Данчиковой, вот видите, ценники есть. Это наш плюс, то, что у нас это республика не промышленная, ну вернее, мы находимся не в промышленной зоне, вот, скажем так. Вот это наш плюс, да. Конечно. Вот поэтому, он, видишь, как издалека все понимает и угадал, опять очередной раз, что Жириновский угадал, что... Ну, понял. Даже мы местные не были уверены, что он у нас... Он не гадал, он знал. Знал, что, да, что арбузы будут такие. Собираем коробочку. Так, ребят, записывайте адрес. Это остановка, как называется? Коммунальщик. Остановка, коммунальщик. Проезжаете, получается, Жота, и едете. И вот такую вот красоту берете. Арбузы без всяких нитратов. Огурцы домашние. Кукуруза. Кто любит кукурузу, приезжайте скорее за кукурузой. Вот пролив. Петрушка. Редис. Посмотрите, какой крупный. Это. А, это репа. Ребята, это репа растет. Вот, смотрите. Доказательство, что это тыквы местные. Смотрите. Блин, какая красивая. Вон она еще лежит. Вот, их, короче, очень много, да, тыквы местные. Огурцы. Вот это вот все огурцы у нас. Так, вот там дальше тоже тыквы, только другой сорт. Заросли. Целое поле, вот там вот дальше все поле кукурузы. Да, и это на самом деле кукуруза местная. Вот уже видите, какие початки созрели. Я просто все время трогаешь это все, что у них там на продаже. И кажется, что ну не может этого быть. Неужели оно здесь все растет? Да, растет. Базилик. В общем, здесь зелень, сельдерей. А, вот мята, посмотрите. Кривает уже урожай моркови.